I, знатного садовода, сумевшего на болотах город вырастить. Чудачеством, наверное, казалось его сподвижником то, что он с полей сражений писал своим садовникам, какие цветы надо сажать в лето. Конечно. Постепенно переходящие кота. Напомнили, а тогда она тоже нам не сказала. А вот эта вот картина, вот отсюда, смотри, просто картина, да. И еще дальше там появляется кот. Да, и кот сидит наверху. Да, и опять переходит обратно. Подсолнухи. Как вам такой эффект? И опять цветы.